Общее сведение. Понятие «злокачественной опухоли кожи» объединяет в себе новообразование кожного покрова, происходящее из эпидермиса, базально-клеточная и плоскоклеточная карцинома, меланоцитов, меланома, эндотелия сосудов, саркома и лимфоцитов, лимфома. По различным данным составляют 13-25% от общего количества онкологических заболеваний. Занимают третье место по распространенности после рака легкого и рака желудка. Вероятность развития увеличивается по мере старения. Средний возраст больных в России по данным за 2004 год составляет 68 лет. Злокачественные опухоли кожи чаще возникают на открытых областях тела. Светлокожие блондины страдают чаще брюнетов. Степень агрессивности может различаться и зависит от морфологического типа новообразования. Диагностику и лечение данной патологии осуществляют специалисты в области онкологии и дерматологии. Причины развития и классификация злокачественных опухолей кожи. Причины развития злокачественных опухолей кожи окончательно не выяснены. В числе основных факторов риска специалисты традиционно указывают проживание в южных районах, возраст, светлую кожу, механические повреждения, длительную инсоляцию и неблагоприятные метеорологические воздействия, ветер, низкую температуру, повышенную влажность воздуха. Вместе с тем, в последние десятилетия отмечается увеличение количества злокачественных опухолей кожи у городских жителей средней полосы, не работающих на открытом воздухе. Исследователи связывают этот факт с ухудшением экологической обстановки, повышением уровня радиации, наличием большого количества канцерогенов в продуктах питания и бытовых средствах, модой на загар и распространенностью иммунных нарушений. Наряду с перечисленными факторами имеет значение наличие предраковых заболеваний кожи, в том числе старческой кератомы кожного рога, пограничного пигментного невуса, эритроплазии и болезни Боуэна. К числу наиболее распространенных злокачественных опухолей кожи относятся базально-клеточная эпителиома, базалиома, плоскоклеточный рак кожи, плоскоклеточная эпителиома, меланома, саркома Капоши, лимфомы кожи, злокачественные опухоли кожи, базально-клеточная эпителиома, базалиома, злокачественная опухоль кожи с местным агрессивным ростом и очень низкой склонностью к отдаленному метастазированию, является самой распространенной формой рака кожи. 80% случаев образуется в области лица и головы. Может возникать на неизмененной коже или становиться результатом злокачественного перерождения предракового процесса. Характерно медленное течение и высокая склонность к рецидивированию. Чаще диагностируется у людей пожилого возраста. Вначале на поверхности кожи появляется небольшой безболезненный плоский или выступающий узелок телесного либо розоватого цвета. Иногда злокачественная опухоль кожи имеет вид вдавленной красноватой эрозии, напоминающей царапину. Базально-клеточная эпителиома растет в течение нескольких лет, достигая размера 1-2 см. По мере роста на поверхности новообразования сначала появляется участок мокнутия, а затем небольшой очаг распада, покрытый корочкой. Под корочкой располагается легко кровоточащая язвочка или эрозия, окруженная плотным узким валиком розоватого, коричневатого либо телесного цвета. Валик состоит из множества мелких узелков. В последующем язва увеличивается и углубляется. Иногда выявляется частичное рубцевание. При агрессивном эндофитном росте подвижность злокачественной опухоли кожи уменьшается. Углубление язвы является признаком инфильтрирующего роста и разрушения подлежащих тканей. Различают несколько типов базалем. Поверхностная базально-клеточная эпителиома обычно локализуется в области туловища. Представляет собой атрофическую резематозную поверхность, покрытую корочкой и окруженную тонким плотным валиком. Плоская рубцовая базалиома, как правило, располагается в височной области, характеризуется наличием участка атрофии и рубцевания с нерезко выраженным валиком. Узловатая злокачественная опухоль кожи может быть множественной, локализуется на волосистой части головы, кожи века и лба. Представляет собой небольшие узелки, покрытые корочками. Быстро изъязвляется и разрушает подлежащие ткани. Склеродермоподобная базалиома напоминает склеродермию, склонна к рецидивированию. Злокачественную опухоль кожи диагностируют на основании внешнего осмотра и данных гистологического исследования. Лечение, хирургическое либо нехирургическое удаление. Возможно сечение, криодеструкция, электрокоагуляция, облучение и так далее. При глубоком поражении подлежащих тканей показана операция.
мохса и сечения в пределах визуально неизмененных тканей с последующим микроскопическим исследованием срезов опухолей при необходимости. Поэтапным расширением зоны удаления тканей. После сечения злокачественной опухоли кожи больным рекомендуют избегать прямых солнечных лучей. В течение 10 лет рецидивирование наблюдается у 40% пациентов. Плоскоклеточный рак кожи. Плоскоклеточный рак кожи – злокачественная опухоль кожи, развивающаяся из шиповатого слоя эпидермиса. Выявляется в 10 раз реже базалиомы, мужчины страдают вдвое чаще женщин. Заболеванию больше подвержены светлокожие люди, проживающие в южных широтах. Риск возникновения злокачественной опухоли кожи повышается при продолжительном приеме иммуносупрессоров. Средний возраст пациентов 50-60 лет. Обычно образуется на открытых участках кожи, на нижней губе и в области промежности. Может развиваться на фоне старческого кератоза, либо возникать на месте травматических повреждений, рубцов после травм, ожогов, гнойных процессов пролежни или трофических язв. В отличие от базалиомы, эта злокачественная опухоль кожи протекает как типичный рак любой локализации. Плоскоклеточная эпителиома быстро прогрессирует, дает метастазы в регионарные лимфоузлы и отдаленные органы. На начальных стадиях представляет собой одиночный шаровидный узелок. В последующем при экзофитном росте становится неровной и увеличивается в размере. При эндофитном росте язвенной инфильтрирующей форме располагается в толще кожи, образует болезненную язву кратерообразной формы с плотными изъеденными краями. Все злокачественные опухоли кожи с экзофитным и эндофитным ростом быстро прорастают под лежащие ткани и становятся неподвижными. Возможно разрушение мышц, сосудов, нервов, хрящей и костей. Вероятность раннего метастазирования особенно высока при злокачественных опухолях кожи, возникших в области послеожоговых рубцов, ушных раковин, нижней губы, кисти и наружных половых органов. Пациенты предъявляют жалобы на интенсивные локальные боли и ухудшение общего состояния. Появляются слабость, повышенная утомляемость, потеря аппетита, снижение веса, гипертермия и признаки общей интоксикации. Без лечения летальный исход наступает спустя 2-3 года после возникновения злокачественной опухоли кожи. Причиной смерти становится истощение, инфекционные осложнения или кровотечение из поврежденных сосудов. Диагноз выставляют на основании симптомов и данных гистологического исследования. Лечение оперативное. При метастазах в лимфоузлы дополнительно применяют лучевую терапию, при отдаленных метастазах назначают химиотерапию. Меланома. Меланома – самая злокачественная опухоль кожи. Возникает из меланоцитов. Может развиваться на неизмененной коже или в области пигментного невуса. Чаще страдают светлокожие. У пациентов с темной кожей новообразование появляется редко, обычно, на подошвах и ладонях. Средний возраст развития злокачественной опухоли кожи – 20-45 лет. В числе факторов риска – избыточная инсоляция, множественные невусы, врожденный пигментный невус и диспластический невус. У больных, имеющих родственников с меланомой, вероятность заболевания увеличивается в 8 раз у пациентов, ранее перенесших операцию. По удалению меланомы – в 9 раз. Злокачественная опухоль кожи представляет собой плоское пятно или выступающий узелок черного либо темно-коричневого цвета. Окраска новообразования может быть однородной или неоднородной, иногда пигментированные участки чередуются с очагами телесного цвета. Очень редко выявляются меланомы, лишенные меланина. При прогрессировании опухоль быстро увеличивается в размере или начинает все больше выступать над поверхностью, становится шероховатой. Возможно шелушение. Новообразование легко повреждается и кровоточит. Может протекать без неприятных локальных ощущений, либо сопровождаться зудом и жжением. Злокачественная опухоль кожи быстро метастазирует в регионарные лимфоузлы и отдаленные органы. Дает метастазы в кожу в виде пигментированных и непигментированных новообразований, вначале расположенных недалеко от первичной опухоли, а затем разбросанных по всему телу. Диагноз выставляется на основании симптомов, радиофосфорной пробы, термографии и данных цитологического исследования. О наличии меланомы могут свидетельствовать такие визуальные признаки, как асимметрия, изменение цвета, неровность контуров и увеличение диаметра невуса более 5 мм. Биопсия при этой злокачественной опухоли кожи категорически противопоказана. При подозрении на меланому берут мазки и отпечатки для цитологического исследования, проводят тщательный внешний осмотр, пальпируют.
Лимфоузлы уделяют особое внимание признакам возможного метастазирования во внутренние органы. Больных с подозрением на злокачественную опухоль кожи направляют на рентгенографию грудной клетки, назначают МРТ и КТ внутренних органов, сцинтиграфию печени и другие исследования. Лечение хирургическое. В послеоперационном периоде применяют химиотерапию и иммунохимиотерапию. Прогноз неблагоприятный. Саркома капоши, злокачественная опухоль кожи, развивающаяся из клеток внутренней выстилки лимфатических и кровеносных сосудов. Обычно возникает при наличии иммунных нарушений у стариков, больных ВИЧ, пациентов, принимавших иммуносупрессоры. В числе возможных факторов риска указывают онкогенные вирусы, травмы и наследственную предрасположенность. Эндемическая африканская форма обычно выявляется у молодых людей, характерно раннее метастазирование. Классическая форма злокачественной опухоли кожи чаще диагностируется у пожилых мужчин. Проявляется образование множественных багровых или синевато-бурых узлов и бляшек на нижних конечностях. В течение многих лет наблюдается локальное, постепенно распространяющееся поражение, со временем осложняющееся отеком и слоновостью конечностей. В последующем возможна диссеминация с поражением лимфоузлов, внутренних органов кожи лица и туловища. Иммунозависимая форма злокачественной опухоли кожи развивается у пациентов, получивших иммуносупрессоры после пересадки органов. Эпидемическая форма выявляется у больных СПИД, для нее характерно быстрое бурное развитие и раннее метастазирование. Тактика лечения злокачественной опухоли кожи зависит от распространенности и формы болезни. При классической форме с локальным поражением конечности осуществляют иссечение и новообразований. При генерализации назначают лучевую терапию и химиотерапию. Прогноз зависит от формы заболевания.